пока у нас есть время, хочу вам показать, как делать роспись, как делать печать. Исключим, уберем слова роспись, применим более понятное, доступное слово, словосочетание печать. Печать. То, чтобы напечатать, нужно иметь широкоформатный UF принтер. Я же вам покажу, как это делать без принтера. Имея в наличии нашу пленку Деколь, вы сможете за минимальную, скажем так, сумму оформить любой предмет, начиная от стены, заканчивая там мебелью, дверями, не знаю, полом, любой какой-то там тумбочкой, любой предмет сможете оформить, декорировать рисунок. Это черная бумага, покрытая воском, на которой нанесена полимерная пленочка толщиной 20 микрон. На нее наносится печать, как по принципу фотообоев. То есть на широкоформатном экосольветном принтере наносится принт, любой принт. У вас получается вот такая, вот такой рулон. Рулон. Похоже что-то на поклейку фотообоев. Но при нанесении рисунка вы, скажем, клей сперва нанесли на стенку, он высох, стал по принципу скотча такой липкий. И дальше рулончик смотали лицом наружу и прикладываем к стенке. Ничего сложного в этом нету. Единственное, что необычно. То есть эта технология не распространена. О ней мало кто знает, но это очень хороший конек и фишка отличиться от других там, декораторов, художников, дизайнеров. Мы можем обучать и дистанционно, удаленно, и в онлайне, в офлайне. Приезжайте к нам на мастер-классы, можете полностью пройти за целый день всю технику нанесения на разные. На разные материалы, узнать разные фишки, и вы будете впереди планеты всей в росписи и в декорировании стен. Потому что роспись — это не совсем роспись, потому что ручкой, карандашом, вернее, кисточкой не рисуешь. Но это та же самая аналогия с росписью. То есть любой принт на стенку. Называйте как хотите. Роспись стен, фотопечать на стене, по стене. Так, теперь приступим к самой работе. Смотрите. Мы скатали в рулончик рисунок. Он также, хочу заметить, что он, то есть рисунок может быть безграничных размеров. Он стыкуется очень просто, когда знаешь, когда обучен. Сделали разметку на стене и прикладываем наш рисунок. В данном видео я вам просто хочу показать пример, какой можно добиться эффект и вид на бетонной стене. Приглаживать можно вот такими вот гладилками. Смотрите, это для обоев. И с конца, с самого края, задача отделить бумагу от пленочки. Можно немножко нацарапать. Не страшно, в углу этого не видно. Раз, все. Сама пленка уже прилипла к поверхности стены клеем, а бумага отходит, успешно отходит. Значит, здесь по одной стороне аккуратненько подрываем.
Есть. Так. И теперь аккуратно снимаем нашу защитную несущую бумагу. Обязательно в нашем арсенале вот такие вот щетки. Одна жесткая, другая помягче. Помягче щеткой мы делаем первую такую прикатку. Видите, она пока блестящая. Пленка сама блестящая. Дальше вот, то есть она довольно-таки жесткая, она работает как перфоратор. То есть она делает микроцарапины, и через эти микроцарапины уходит воздух, который остался под пленкой. И тут задача уже втереть саму поверхность стенки, в данном случае бетона. Вот, смотрите, то есть теряется этот глянец. Давайте так посмотрим на свет. Пусть вас не пугает вот такой эффект мокрого. Дальше, после обработки щеткой, можно вскрыть любым лаком, глянец, мат.